У меня какая-то хуйня с приоритетом. Кто на первом месте по привору, блядь, на сапоги? Владимир. Владимира в спек. Телки. Егору не надо. Ирландец. Немножко выруби сирену, пожалуйста. Ну там, блядь, начальник приехал. Ирландец. Потом хоть еще как закончится. Так, перчаточка. Что, верно тебя дать? Я бы вообще и ходил бы, но у меня Т4 такие же. Ну, перчатка хорошая, но Т4 мне больше нравится. Ну да, Т4. Ну, Т4 такие же. Что, Владимир будет забирать? Что, ну, у тебя Т4? Нет, у меня нет Т4, я вот что и мечтаю, нахуй. Что, Владимиру отдавать? А что, Владимир? Ну, ему надо, у него, блядь, 32-я перчатка. Ну, 45-я перчатка там есть, кажется. Миша, вот так... Да нахуя ему ткань, нахуй? Пускай тканевые заберут сначала, ДДшники, блядь. Ну, ее тут много кто мейнит. Терияки второй по приоритету. Так, да, и Верн. Научите, где этот ваш приоритет, смотрите. А Верн третий. Ну, вот пусть и Верн, а Терияки, у него Т4 такое же. Ну, у Аверна есть перчатка. Ну, ты какой Т4, у меня нет Т4. У Аверна есть. Терияки нет. Я правильно смотрю? Давайте Терияки ему приор понижаем. Давай, Терияки, быстро. Сука. И это тоже забираем. Я бы нахуй. Нахуй я уступаю Аверну, когда Аверна не уходит. Хочу по приору просто с ней, так скажи. Так, Хао, что я заберу? Да. Ну, а ну стена забирать что? Ну, у тебя на успех просто, я так понимаю, правильно? Тебе, а тебе, блядь, на 40-го цинка его. Да какого 40-го? Это мой мейн, блядь, я играю магом. У тебя каждый, блядь, месяц новый мейн. Да какой нахуй новый мейн, блядь? Нахуй вы задрачиваете? Каждый новый контент. Забирай, забирай, ху. Осколок упал. Вася. Да он всегда пахнет. Я мейн, так, вот эту хуйню кому отдавать? Какую хуйню? Вот эту хуйню? А что там падает? Ну-ка на РДД, линканите мне. А там, а нахуя, там-то, в том-то и прикол, что нихуя толкового на РДД нету, блядь. Саш, ставь метку, нахуя запулили вот это все? А дай, ну... А Верн, есть там что? Там хорошая спина на крит меткость силовая. Хорошая на эрдру. Хорошее кольцо мельковское. И на холипало кольцо хорошее. У Хэпала есть Даша, дай. Я космополиту могу дать, он мейнит. А Даша на успек забирает. Так как космополиту кольцо там 39-е нам. Я его в прошлый раз спрашивал, он не хотел брать. Почему? Ну мейнит. Значит, пусть берет. Так у Даши кольцо, Мориор, ты дашь, наверное, блядь, херенга. Да у нее и плащ говно. Ну там кольцо не этот. Давайте по-честному, рольните космополит и Квинмун, я отдам, кто свырлит. Че, приору вообще? Ну по приору там космополит в космосе, блядь. Относительно ее. Ну киньте два ролла, чего? Киньте ролл, я говорю, я отдам кому, кто сролит. Не-не, отдай космосе. Во-первых, у него приоритет выше, это реально, а во-вторых, у него 206-й. Ну, я его в прошлый раз хотел ему отдать, а он сказал, ему не надо. Все, разобрались. Там охуенно 39-е кольцо на кота, блядь. А мы без ГПР за кота даем? Да. Да. Странно. А вот. Можно? Боем ходить. Нет? А? Мы сумануть надо опять, я билд опять меняю. Да не надо менять, и с массакрой. Какая разница? Придумай. Не дамажишь без печати, ну и похуй. Вот у вас взята масса кра, но почему у вас не взят нижний талант? Это 20% уменьшения урона по рейду. Да. 10. 20, ладно. 20. Статишка. И типа можно даже не дамажить. Я скидывал, там есть билд, просто человек хочет дамажить еще. Там же что-то еще не берется, да, Егор? Глэби, ты про кого? У кого нас... есть Дживс, есть нас... возможность поставить? У нас не было ретрика на этом. Все были с бафом. Купал взят этот талант. У кого Дживс есть? Поставьте, пожалуйста. Mm-hmm.
Че, раздупляйтесь, давайте. Ивашкин-то где? Поставьте, пожалуйста, дживса. Че хочешь сделать? ПП оставь, это подарок. Никого нет, значит, раз не ставит. Да как нету, блядь? Че тут? Он стоит. Стоит. Дай волшебнику напишите, напиши этому. Там. Ивашка. Дайте стал. Мой. Все, почему? Давай. Подожди, подожди, сейчас. А, кто на этих, кто выходит? Назначенный. После первого после только первого объема раньше выходит Сув. Ну, два Эрдру, Эршам, я, Вашкин, понял? Выходишь на раньше, нахуй, и набираешь раньше 6 у всех, 7. Так, дальше четверо, 4 хила. Квазивер, 5-й, Абудаби, 6-й, 7-й, давай. И давайте 2 ШП. 8 человек. Будут на рейнджере стоять. Все остальные хуяри стоят в боссы в миле, в метке. Надеюсь, understand. Так, заберет у нас, кто нас заберет? Я заберу. Ты и потом добьем, давайте. Антон, не надо там, Егорыч добьет. Руна выводил. Выходите на рейндж, значит, не люди. Вокруг ромбика останьтесь, прямо на рейндж. Ну или будет как вот. Ивашкин, встань сюда, к нашей стороне. Да, где мы стоим. Руна смерти весь. Забирайте. Отойдите от синей руны, главное, не заруините. Ели. Спасите, Ирланд. Подведи большого туда. Там они все равно не брони. Ой, ты в броне стоишь. 10 секунд. Не заруините только это. Ой, разбегайте, сейчас вы на смерти будет сдашься кровь, сейчас Владимир кидайся. Все, добили его. Готовься забирать. Нажимай бабу. Что там, Гера? Гера, дали? Сзади сали бы по драфану. Да, он там далеко. На рейнджу выйдите там блинками сразу. Все, гер кончили, все разошлись. Ебать, это хуя удачи был звук. Что, сдох? Давай, да. Пук Гэрио, а встал? Ну, не надо. Ушли, да? А, два посоха. У вас кинжал это святой, да? Блять, он заебал. Кинжал это пиздец, нахуй, просто, блять. Че, опять кинжал упал? Так, поехали, посох.
поджал, да как же он заебал? Получается никому, да? На транс давай, он красивый. Кстати, да, приколдес мне. Кому нужен на транс? Ну, Калинка не на транс. Так он охуенно на транс. Да, он, кстати, очень красиво выглядит. За ГПГ возьму на транс. Да нет. Не, это бесплатно, если надо кому-то, блять. Да подбирайте кого. Короче, хау, тебе закидываю. Дерафан, бери. Беру. Оба. Один себе спижу на транс. Ладно, да. Шучу. Не, я не пропал, когда транс, я пробежал. Добиваю. Миша, как ты там сдох? Я пропал. Лучше зашел. Не отходит. Спокойно. Какой ты КВ сдашь? Нужен кому-то груд, нет? Все, добиваем, дай его. Давайте все предпиздили, быстренько на глазарь. Так, Саня, убейте без меня по работе. Дагер кому-то нужен на транс тоже, блядь. Че, никому? На Квазир. Транс. Квазивер. У меня тоже такой на транс уже есть. Так, по-моему, друиды не могут кинжал носить, разве нет? Как да. Нет? Они. Друиды кинжал? Друиды меч не носят, да. А не кинжал. А, да. Мечи не могут. Так, дискетка, что там, кому ее? Да, закинь себе, похуй. Да, пароль тебе с Дашей Квазивером. Даша, кидай ролл. А, это дискетка нужна? Все, он Даша отдавай. Все в этом роли. Волшебник, тебе надо это? Я сейчас да, там, да. Походу, да. Женек сролил, блядь. Я вообще запутался, нахуй. Ух, Женьку отдам. Кого там, блядь? Урок начался. А мне жена сериал смотрит. Так. Квазивера смануть надо. Да мы ничего не ролим, давайте сюда быстро. Я его надо в архив позиздать, да, этот диск или чё? Женёк, потом все, да. Всем все займешься раз. Потом. После рейда, блядь. Задрулишь два окна, блядь, и будешь заниматься этой хуйней. Рыба нужна кому-то? Нас там много кто умирал или нет? Никто. Пойдем. Ну только двое. Здесь заходите за заворота. Саша, Абу-Даби который. А он хорошо. Отойти. Я понял. Защита от сил природы. Вася Бетон, это с тебя в центре комнаты ставишь. Все. Наверное, пуляйте, я не знаю, там ДБМ пул. Того. Хуяло, блядь, здесь. Понял, блядь. Кто-то решил раньше, но... А, смотрите, что? Вы уже выходите. Бать. Пассивный босс. В руку возьму. В руку играть. Все в руку. Все без отключения на. Много не бейте в руку, отпустит сразу стоп. 300 там надо дать, грудь. Побежал. Ну не через рейд, блять. Руку возьму. Поехали в руку. О, Санька в руку взял. Он же стоял забыть. Абу-Даби, ну я смотрю, так не хочу. Грудь, грудь, грудь. Квазивер. Сейчас в руку пойду даже. Руку, руку играем. И шамана привезли. Грудь.
прирезали. Добейте. Ну, классно, блядь. Добейте руку и тело. Чувак, это рэпчик. Играйте все в руку. Добейте руку. Просто руку калите, и он умрет. Просто руку играем. У него 14%, он сейчас сдохнет. Ресните меня. Все здесь? Где он, пожарный? Да, давайте сразу пожарника пиздахнем. Пока все нахуй, ну... Нормально, да. Все, шаман забал, баб. В нормальном здравии, нахуй, есть. Да, пока все здоровые, бля. А ты кто-то потом смог уйти может, да? Да не, так, не сфера. Я походу ЕПГП забагался, сейчас релогнусь. А я дошуль. Ставите царскую рыбу дать. Да, да, сейчас. Обновите кан. Это 12 шардов. Дайте ГБ, пожалуйста, ребят. Я пух дракона дам. А я вам перекинул этот? ГП там терять хотел, кажется, дать. У меня какая-то хуйня, блядь, с лутом. Сейчас я перезапущу вов. У меня пишет, что, блядь, у всех нахуй этот ЕПГП не установлен, блядь. Бор. Егорыч, смотрите. Манули. Так. Сейчас ждем это. Да, да, давай, давай, качай. Кого? Помню, так, а ну. А объявляется на лут или нет? Алло. Алло. Да. Да, да. Поехали. Так, рука это нужна кому-то, блядь? Я думаю, нет. Короче, у меня тут у Google 1 на ЧП, мне через 20 минут надо будет. Хорошо. Если есть замен, заменить потом. Ну, пожарника убьем, иди. Ну да, да, да. А можно вот этот, который окно отправляется со шмоткой, можно ее как-нибудь поставить в конкретное место, чтобы она заебал посадить камни появляться? Она так и должна появляться. Передвинь его. Так, левая рука нужна кому-то? Прикольная с виду, кстати. Можно книжку на трансмог? Сань. У тебя посох, блядь, нахуй, у тебя книжка на трансмог. Который тебе сейчас дали, вот это вот, железный. Посох? Не, который железный стопальщик. Блядь, у меня только, так, у меня только такая, эту я распылил. Ты ее распылил уже? Так вот такая. Ну давай, она тоже. Рыбу ставить? Да. Рыба вот стоит спереди. Ладно, хорошо. Вижу все. Сейчас разберемся. Так, давайте, поставьте три метки, блядь. Блядь, я только что релогался, чтобы поставить метку. И забыл, да? И забыл поставить, и опять.
Не да, так... Давайте, первая, вторая пати влево, кабинка, третья, четвертая вправо. По хилам Владимир Су слева, и шаман Даша и я справа пойдем. Сразу разбежались. МК дайте. Нет, хотя стойте, отставить нахуй разбегание. Первая слева, третья слева, вторая справа, четвертая справа, чтобы РДДшники были равномерно с левой и правой стороны. Килы также остаются. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Так, метки давайте по меткам. Крестик, получается, давайте... Третья, рассасывайтесь вокруг крестика, четвертая вокруг звездочки, нахуй. Ну, там треугольничек надо заметить, тоже хилы, там разбежитесь по кругу. Примерно. Вот вокруг этих меток примерно набирайте все рейндж. Друг за другом. Дальше все знают, надеюсь. Бегайте все за... Сейчас поставлю. Нет? Бегайте все за череп. Это имеется в виду во время перехода, а не все время сейчас бегать, когда да, бьем да, за черепом. Да, да. На третьей фазе бегайте за черепом. Давай, за пулю. 4, 3, 2, 1, огонь, выбежали. Ранжи, набрали раньше. Так, я прослушал, первая возле звездочки, да, стоит? Первая, ну ты сам, ну ты треугольничек знаешь, там первый у тебя миники один. Пламя 5. Да он так образно. 3, 2, 1, огонь. Эма на конь кого стоит? У Владимира, по идее. И у Владимира тоже у нас бой. Все хорошо, Владимира даст КД. Первый. Ну, на этой, на когда мы будем выбегать. Да. Огонь 3 секунды. 2. А, огонь. Бежали. 4 чека полутало. Стоп урон. Я отстрелил. Подождите, он потушить должен, блядь. Давайте, бейте. Стойте, побейте его. Во, блядь, ебать его нахуй. Ты видел, просто, сука, в 0-1 нахуй, блядь. Стали все. Старцы забежали все в угол. Все в угол забежали. Плайм. Нажимаем А3, 2, 1, выбежит. Не растягивайте, сейчас же все равно обратно сбегаться. Куда вы, блядь, побежали? Че, второе мне нажать? Второе не. Тут же шагу надо оставить, я ничего не путаю. Нажмешь, да, мы. Вправо встаньте, вот тут, в ромбик. Можете стоять, для вас не дай. Я не понял, нажимать на сера угрожает. Да. Нажимай. 4. 2, 1, огонь, выбежим. Уже 5 секунд, да, 10? Просто Гера. Шаман же тот сдаёт, да? Да. Бейте. Ближе к кнопке подойдите, кто там стоит прям далеко, там синяя хуйня. Уйдите 5, оттуда. 5, 3, 2, 1, огонь. Выбежит. Лазер на 5. Готовьтесь, лазер сейчас будет. Беги, малышка, беги! Ой, волнички мои. 5 секунд. После лазера, но Владимир массакр нажмешь. 3, 2, 1, огонь. Бежали от огня. Дай все круг. Егор, если что, продлевай. Хорошо. Станьте все звездочку. По лишним играет, только пук обударит, по лишним этим петухам дырял. Да, вот в сане сбегаем. 3, 2, 1. Пламя, бежали. Налево бежим. Там, где нет огня. Бежать. Да быстрее собирайся, ублюдок ебаный.
Суфа снимите. Дайте Ладомиру ману. Да это там. Давай, другим. Пламя. Бомба, бомба, отошли. Бомба отрубить. 3, 2, 1, огонь. Группируйтесь, куда вы расписались, набежали. Стоим. Где нас кушают? Турмового добейте и посадите бош. Там надо перебегать, там огонек. Сейчас сигнали на пламени посажу. Стойте тут, сейчас он постелит, да, и пойдем дальше. 4, 3. Правее может стать. 1. Огонь, отбежали. Я вполне уверен. Киряки сдохли. Мимо кого-то пиздец. Трывай. Закинь его в огонь. Вообще похуй. Смещаемся. Бомба. Не, стоит. 5 секунд огонь и перебежи. Бомбу, бомбу убить. 2, 1, огонь, перебежали. Перебегаем далеко, вон там, где сигнальные пушат. Блять, они сели. Голову загрите, пожалуйста. Она сдохла, шо агрить? Так, у тех, наверное, сигнальных, которые возле ворот оставляем, да, остальных хуя. Давайте, четвертый стоит в миду, третий стоит возле босса, ну, возле балла. 5 секунд, 3 секунды, 2 секунды, 1. Пламя, прибежали. Чё-то по-питерски тушит, нахуй. Да. Так, давайте вот сюда вот. Сейчас кинем огонь под стенку. Сигнали бежит. Есть ли мало, Дамир? 13 секунд, а он успеет? Кстати, у Бладина есть, у меня есть. Давайте, подбегайте сюда, 5 секунд. 4, 3, нажимаем мабу Бладин. 3, 2, 1, пламя, выбежали. Рассосались в комнате. Все, тех сигнальных не трогай. Голову не срывайте, главное, чтобы лишних трупов не было. В трусы, идите все в трусы, тут синяя, в трусы, все в трусы. Ближе туда, на тот край. Можешь босс в другую сторону? Блять, Суф, бэр Алдамир, вы мумбер меня. Ладно. Дошлющи меня. Кнопки, сейчас веди кнопки. Лазерный сейчас будет смотреть. Пук, бэр Алдамир. Лазерный. Пиздата, лазерный, бейте. Забейте сигнальных, забейте на этих сигнальных, бейте их. Не мешают. Дай 3, 2, 1. Огонь, переводи. Блять, сука, ебаная хуйня откинула. Добейте сигнального. Ебать вам мешает, пиздец. Сейчас шоковый будет. Шоковый, пошли. Синяя прям по центру, в угол, веди, к стене. К стене веди. К стене веди. Пламя, 3. 2. Ой, да ну, там синий. 1, огонь. Прибежали. А, что за взрыв? Видите, как ключей. Все нормально, может. Там весь ряд лежит. Лазерный. Пиздата лазерный, бейте. Дракона просили. Пламя, 5 секунд. У кого БР еще есть? Кнопки веди, да, потом сразу, один. После огня. Огонь. Переводи. Пошли. Я секу, Ладомир. Вставай, если есть. Посильте. Ага, блять. Выйдите с красных ключей. Блин, опять. 5 секунд огонь. Есть мало кого-то? Ладомир, на... 2, 1, нажимай. Убивайте. Голову. Красные лучи, переводи дальше. Голову, убивайте. Играть. Шоком. Мужика. Как обычно, блядь, на коляске, надо. Ну да. Я шо как на коляске, ты, блядь, два раза сдох, ебать. Ты главный колясочник, блядь, алё, блядь. Отстань. А Ладомир, сука, сдох, блядь, не читал, нахуй? Ты давай за себя смотри, нахуй, блядь.
А что такое 75 ОД дает? Что за дичь? Спасибо. Кстати, лут хороший, запы бисовые. Зап. Так, поясок, хасткрит, кожаный. Так, хао, держи. Перчатки. Разбойник, рыцарь смерти, маг друид. Женек, перчатка твоя упала, блин. Это запах. А. Надо кому-то перчатку, нет? На транс туда возьму, блядь. Твой охотник шаман, перчатка надо кому-то, нет? Все 4-8 бесплатно даем. Все. Да, уже нахуй не нужны. Ну, вообще, да. Воин, охотник, шаман, надо кому-то? Нет, прием, прием. Нет? Это мусорка, теперь нахуй никому не нужна. У тебя энчант есть? Шам. Да, и ваш... шама и ваш крест, да, есть. Я тебе отдам перчатку, потом поменяешь ее и этот, да, распылишь. Да, да, так, зап бисовый, надо кому-то или нет? Надо кому-то или нет, парни? Да, давайте да, Егору Аркадьевичу надо, получается. Аркадьевич, это 32-е. Получается, да. ГЦ Аркадьевич. Давайте реально ее сразу убьем. Так, че, Бабл, ты уходишь? Одного Хадира еще успею, или кого там собрали. Ну, мы сейчас мертелочку побьем. Ну, да. Хуй, я с этой парой, мы сейчас телочку побьем. 17 минут. Хорош, блядь, нахуй. Ну, че, пулять будем, че смотрим на трэш? Подождите, дайте пролететь, блядь. Егорыч, пуляй трэш. Сейчас будем тёлочку бить, блядь. Вот это нормально, блядь. Не-не, БК, мы не делаем ачивки. Они слишком сложные. Ачивки, блядь, это не для нас, мы тупые, блядь. Особенно, блядь, ачивки, которые нахуй не нужны. Вот когда-то автыкать придем, сделаем ачивку этот слава рейдера. Ну ладно, просто шмоте из СЛК, блядь. Они потом, кстати, ульду порежут 100%, причем очень сильно. Как было с Максом, нахуй. Сейчас все равно нас чел убить могут. А мы потом, слышишь, этот, как топовые пацаны придем, сделаем посланника титанов. Поэтому я вам советую, шмот не выкидывайте, блядь, в банк ложите. Так, убиваем мобов, сразу бежим туда, под лестницу. Милики, отойдите, бах. Бежим, а что за посланники титанов? Это этот? Да, в говношмоте убить, блять, весь всю льду. А, не всю льду, а это. А я думал, сетовский шмот, чтобы на тебе весь был. Это... Подожди, у льду, это посланник титанов, блять, это. Алгалона убить, надо. Алгалона, блять, убить в говношмоте. В смысле в говношмоте там как? Ну там как? Уровень экипировки не должен превышать какой-то такой-то. Ну и как мы его убьем, как наш мать? Да у 25-ки у всех осталось кошки и двор. По нюди. Тут миллиард нахуй ачив еще, блять, у меня. С десятки, блять. И 2 миллиарда, блять, с 25-ки нахуй. Тогда сейчас с пула Владимирович массакру дашь. Говорить, а чё ты в танке? Да похуй, чё в два, блядь. Меньше тропу будет. Тут, блядь, невыполнимая ачива, блядь. На Мемероне не залутать бомбу или мину, блядь. Вы шо, полоумные, блядь? Тут у полрейда проблемы со зрением. А чё это такой бомбы? Чисто в диоптриях сидят, нахуй. Ну вот честно говоря, вот мне кажется, что Женёк играет в сварочной маске, нахуй. Блядь. Чисто то, блядь, огонёк где-то мигнул, блядь, кнопку нажал, нахуй. Иконка скиллов подсветилась, блядь. Клава засветилась, опа, можно играть, блядь. Мозги спал, ебаните по-братски. Сложно. Смотри, пока трепет, Ивашки.
Есть, есть. Прикинь, с маской, с трубкой сидишь за компом, играешь, запотело, похуй, блядь. До талого, ну. Когда Ульда вышла, кто помнит? В апреле где-то? Или в мае? 30 марта. В конце марта. А это за шо на? Ну вот, март, апрель, май, июнь закончился. Уже, блядь, август заканчивается. Женёк всё умирает на алгалоне, блядь. Ну, каст, каст, хорошо. Ребят. Так. ГП нахуй. Куда нахуй? Кого ГП? Ни у кого нет, да? Три хила. Кого? У нас БРа 3 всего, 4 у нас. Вот одного есть БР. У Суфа, КД, у Квинмуна, этот, у Космополита есть БР. Пускай он подымет Квинмун. А мне у него нету. У него нету БР. Ух, ебать, вы там выводи, выводи, выводи. Чё молчите, нахуй? Ну если у тебя нету Космополита, да, тогда по мне, давай. Видишь, я говорю, я просил его, он по мне сдал. Диспейл дайте кто-нибудь из престов. Бай, вы уже забежал. Трепет, ставьте шамана, два шамана. Да, стоят, стоят трепеты. Наша пати устал, вышла с полной. Ну просто, блядь, ни одному в пати нету приста, блядь. Чтоб дать мозги диспл. Код выходит, стан длинный дали. Заливайте кота, потом босса добью. Так 3 ляма у неё, ёбнуть её. Ну а у кота 500 тысяч. Кота убить выбегает. Играйте босса, не слушайте. А там есть ачивочка за то, что котик жил? Кстати, у нас уже один падал. Сейчас он вас распрыгает всех. Он походу сдох. Он просто его заклевали, блядь. Он походу упал. Походу чирик. Маска боец. Пойдем тебя. Сюда, боешки все сюда. Это хуй-то, она уже никому не нужна, блядь. Пошлите сразу на топе, ходим, пока этот Егор в танкоспеке. Кого? Так, лук нужен кому-то, нет? Давай, блядь, иди сюда, я уже мокрый гулял. Побладин того, а это... Козёл он, короче, пошёл вон. Всё, пошёл вон, всё. Извините. Пока. Сколько башка будет стоить? Извини. Она не нужна нахуй никому. Сколько мы снесли босса? Я типа через 20 минут вернусь из там, конечно. Ну, возьмём чекова на проходку. Лава. Так куда? На проходку, блядь, два, блядь, хранителя мёртвые, блядь. Ну, ему осталось вторим охрей, по-моему. Да, да. Сколько мы убили босса? Раз, два, три. Но он всё равно КД поймал, придётся ему всё дать. Да, вот я. Да, он вернется после хранителя. Ну вернется, а потом разберем. Кому нужно это ЕП, блядь? Все равно. А на ЕП сейчас похуй. Через неделю. Тут кому-то одна-две шмотки какие-то сульды надо, но это не критично. Ебать, а что там по захилу, пацаны? Получается, блядь, на шинке ребята все находятся сейчас. Получается, да, блядь. Так, что это, башка, сколько эта тряпочная стоить будет, бля? Мне на шамана чем будет запихать надо? Нахуя тебя башка на шамана запихивать, которая, блядь, без метасокета и дает говно бонусы, блядь. В чем проблема, то, блядь, выбить в РБК, блядь, себе голову 226-ю, блядь. При том, что у меня только 60-й шаман сейчас. Ну, а зачем тебе на него тогда башка это? Ну, сейчас он... Ну, она на 80-м одевается, будет, если что. Завтра уже будет 80. О, всех спулили, блядь, нахуй. Скидывайте бомжей, блядь, прямо вот сейчас. Остановились здесь в проходе, скидывайте все бомжей. Блядь, как вы это делаете? Как вы это красиво. Ну быстрей, хоть один, сука, бомжей даст. Да хилы все упали, ну как бы. Мой СС. Пробегай дальше. Пробегайте дальше. Я пробегаю, кидай. СС тоже на себя накиньте, пробегите дальше, просто реснемся при сумоне. Я специально далеко отойду, чтобы в прошлый раз, блядь. Да, в прошлый раз как лох обратно всех сагрил, бля. Голуба, урода, не затаргали. Никто сейчас не встает, никто не заходит в инст, пока мобы не уйдут. Я скажу, когда можно будет встать. Ой, блядь. Вот найти бы этого человека, нахуй, который сейчас спорил, блядь. И просто уничтожить его, нахуй, морально. Ебать, я ставлю, блядь, ставки, что это был, блядь, Антон. Не, ебать, ебан. Ты слышишь, как отмазывается, блядь, 100%, блядь, у нас.
Че, я стою? Подожди, мобы еще не добежали до конца. А куда добежал? Сейчас скажу, когда. Давай встать. Вставай. Да, блядь. Кастуй, мастрес. А через кого, кстати, кастуй его? Ну там кого-то достанет. Стой, они обратно возвращаются сейчас. Но это патруль, они туда не зайдут в комнату. А. Они не. Они кстати доходят до сюда, да, почти до комнаты. Встаньте тут вот. Все, все, кого не достали мастрес, вставайте. Ритуал призыва, ебать, начинается. Встали, всё, встали. Сумоньте людей быстрее. Все встали, Рэпнулись, блядь. По шву нахуй. Блядь, почему на мага такой уюбищный Т8, блядь? Так у меня не ответили, сколько буешка будет стоить мне? Дорого, блядь. Нормальный ответ? Да похуй сойдет. Дешевле да, чуть-чуть, чем, блядь, с аукциона продадим. Ну понятно, блядь, но в районе... Рыбу ставлю, блядь, на снегу тут. Она где-то стоит, наверное, 5-6 тысяч на ауке, я не знаю. Ну чё, придётся покупать, хули. Какой вант? Кстати, кисть отдал, верно, или нет? Перекинули ГП? Какие кисти? А, он Владимир отдал. Владимир, тебе нужны кисти? Оставь моё ГП в покое. Я ГП коплю. На кого ты его копишь, блядь, я его срежу скоро. ГП, ну поэтому и коплю. Я его тебе срежу, хуя я-то, бэглой. Нихуя себе, блядь, разговоры, блядь. Да я нажму заебал. Типа власть он забрал, так? Нет. Вон там нахуй забрал, блядь, нахуй. Сейчас он, блядь, заберет, знаешь, что, блядь, рюкзак нахуй в школу, блядь, себе нахуй соберет, блядь. Я не с рюкзаком хожу, заебали. Там мне похуй, ну с пакетом, блядь, ебать, нахуй. Как, сука, ПТУшник, блядь. Ну, вроде, ПТУ тоже заебись. Дайте крест по магу, кто там, блядь, это, все тут, сумму, блядь, отбафайте людей. У нас два пала. Ну, шамана, хорошая башка тканевая. Хаскрит, четкий пацан, блядь. Владимир, я тебе другую отдал, а ты падла. Сиди. Миша, тебе ж Т4 перчатки дали, или они хуёвые? Ну, они хастом П5, кажется, дебили. Подождите, не будете, стой. А, я понял. Давайте, ребята, мы слишком много теряем времени, которое вообще нахуй не надо тратить. Женёк Космополит, там кулаки по-моему. Женёк кулак, этот, просит кулак. У нас сейчас два паладина. Один бафает кулаки, один бафает, блядь, кулаки кресты, один каски. Разберитесь с этим вопросом. Вася, шо у тебя там? Сила Луны в тебя Чай. Вошла, блядь? Да что-то вошло в меня сейчас. Бутылка. Что за жопу укусил? Ла, пульте. Ой, блядь. Туда Магеру сдадим все равно. Зачем нам Магеру? А зачем нам нужно? Мы пока там сейчас все распределим, я буду перерыв ставить на Торе. Ой, я пойду поем как-то. Так кто будет ставить? Так жирный, куда тебе? Так, Вольт есть. Туча. Ебана, это огонь нахуй. Так, поехал, Геру нахуй. Тучу всем раздали. Рэпать её. Ребята, пробегитесь. Вы на стакаре там дохуя. Я в тучке ЛПшка агро набираю, но. Толка все молчит, ебать, я даже, блядь, не заметил. А, о чем говорил? Молчал весь рейд, я первый раз его услышал. Еба. Ой, мгновение, Доломир, Масакр рэп, нажми. Вышли.
пошли. Позвала, чтобы кастануть не успел. Нормальный ДПС, пацаны, я смотрю, блядь. 25 тысяч, наверное. 3 ФПС. Хаст метка с колечка, хорошо. Бисовый запы на Эрдру, ой, на Холипала Эршаму. Или Элемчик. Мадраш, кто дальше объемный? Не говори, блядь. Так, сейчас я проклацаю, все. Поехали, запы, кому нужны? Ну, шама такие есть. Вылетело окно, нет? Нет. Да не, нихуя. Во. А сейчас? Подожди, чувак. Получается, ты сейчас одеваешь кому-то чара. Они, кстати, вот эти наручи, я вот... А, ну, вон, лампе лагят, давай. Они никому не нужны. Я вижу. Это бисовый, кстати. У него такие, этот... У него вообще галимые 13-е. Нормально пацан ворвался в рейд, блядь. Кольцо хаст. Меткость. Дайте, пожалуйста, бафы. На ДКшниках нет кулака, нет. Так, держи. Так, токены нужны кому-то вот эти, блядь? Надо, нет? Так, че вы смотрите на трэш? Квинмун. Ну, Кирилл разролить не сможет. А, точно. Квинмун. Одну Женьку, одну Квинмун. Сейчас, быстро, я уже сундук один закончу, сейчас второй раздаю. Грудина нужна кому-то это? Дайте, блядь, кулак по ДК. Но, согласен. Надо, нет? На какого-то медведя, блядь, с мастерством груда. Два камушка. Кто же каски раздавал? Ну, наверное, блядь, тот паладин, который улетел. Точечно бы раздать, блядь. Паладин, жрец, чернокнижник, два токена. Надо кому-то, нет, быстро. Офспек. Офспек. Все, пуляйте. Сейчас еще раз пилить, ну ладно. Бля. Мы в Торима сейчас, да? Сейчас на Торима трэш пизданем, 5 минут на перекур поставим. Хорошо. Обычно. А у Миши зап нету, да, этот, плечей не падали ни разу с Торима? Который кольчужный хаст MP5 2 сокета. Че ты мне их отдаешь? Ты, да. Ну, короче, вставайте. Тебе нужны такие, Миш, смотри. Саня, тогда пати там тоже поделишь? Я? Ну, кто в комнату, кто тут остается. Ну, типа по хилам тоже. Хил, как обычно, я с Владимиром пойду. Ну, ты с Владимиром тогда в туннель. Что у нас тогда, все РДДшники пойдут туда? Ну, не все. Ну, пусть идут, блядь, вон сколько у нас... Пусть док тут остается. Идут, блядь, 4 лока и 2 мага и сова пусть идет на пук дракона. Ну здесь надо оставить шаманов, чтобы они пуржили. Ну, шипачки, чтобы они
контролере. Да. Ну короче, ладно, мы пойдем тогда в трилока. Трилока, два и три мага в комнату, и нам сову одну, и хватит, я думаю. И монопол нужен. Давай, давай, три лока. Давай, давай, четыре лока, три мага и рога. Все, вот так. Доки, ты что, ебать, ебанулся? Берите, кто там из локов этот, из престов МК. Взяли уже? МК взяли, нет? Слава, я не слышу. Нет, ну взяли, сейчас добьют. Ну так берите МК кого-то, что вы, блядь, делаете? Стопните нахуй по лобам, блядь. Да, что-то я... Проснулись, блядь, или что? Взяли МК и держи его одного. Все, следите за этим, захильте его на всякий случай, чтобы он не сдох, блядь. Что-то я, да, не втыкал. Не все. Понял, блядь, что въебать кому-то, кто тут сильно быстрый, блядь. Кто у нас там метки расставлял? Дох, воет. Ассиста надо, блядь, дать этому Войду, чтоб он расставил. Дох. А с этот ушел, блядь, жрать нахуй хуй в говне. Ну иди с ними расставь. Давай, давай, я мобу возьму. Да я не могу, блядь, расставить. Отпускай. У меня как всегда нахуй все, блядь, не работает. Блядь, ну придется ебать. Телдрин, ты тут? Он, блядь, Телдрин тоже отошел. Так, а ну сейчас я попробую, подожди. Иди, вот тебе будут говорить, где ставить, ты будешь ставить. Я пробую. А, пропустить, отключить, понял. Релогаться надо. Сейчас релог нас поставлю. А, сейчас я вам дам ДПМ. Блять! Как отменить? Можно отменить перекурду? Нормально, блядь. Как отменить его?